Что ж, поговорим сегодня о земле армянской. Сотрудником Института археологии и этнографии Академии наук Республики Армения Борисом Гаспаряном. Ну, вопрос самый банальный, с этого начнем, потому что у археологов, в принципе, одна проблема, и об этой проблеме мы и поговорим. Чего таит земля армянская, над чем вы сейчас работаете? Ищем, вы помните. Да, и ответы всегда банальные. Всегда ищем не то, что находим. Вот что интересно, что всегда ищем не то, что находим. Знаете, в целом и важно то, что рассказывает памятник. То есть, это мы их называем памятники. Но в основном, на самом деле, научным языком, если выразиться, это звучит так. Это археологические источники. То есть это источники, которые рассказывают что-то, которые таят в себе информацию очень интересную. И вот, в принципе, этот регион, Армения, Грузия, Азербайджан, вообще, которая часть Старого Света, имеют первоклассные памятники, которые... дают очень много нового, чтобы понять. Вот, вы знаете, вообще колыбелью цивилизации считается Месопотамия. И если вы вот прочтете книги, которые изданы лет 20-15 назад, да и сейчас теория такова. Все произошло там, потом все вот начало распространяться на север, в Армению, в Грузию, в Россию потом. А сейчас вот последние раскопки и Россия, даже предкавказье, показывает, что это совсем не так. То есть все объяснять миграцией, да, привнесением из юга, там, то и все. И это касается даже каменного века, то есть самых отдаленных. Сейчас наоборот, вот, севером. Да. Нет, сейчас наоборот. Это был один единый большой регион, как суп, котел, в котором варился суп. И каждая часть просто вкладывала то, что имела. То есть, я хочу сказать вот следующее. Сама территория Армении не имела, изолирована, не имела никакого значения. Имело значение то, что ты можешь вложить вот в этот процесс. Да, если, то есть, это можно рассмотреть как банковское дело. Да, что ты можешь вложить в процесс сам и что получить из этого. Один единый регион сам по себе это ничто. Это очень большая интеракция, это очень большой обмен. То есть здесь вопрос не того, было движение с юга на север, и с севера на юг, создавались новые феномены, которые опять начали распространяться вот и на юг, и на север, и на запад, и на восток. В общем, это очень сложный процесс, сложнее, чем мы представляем. И вот Нургери – это памятник, который как-то вот проливает свет на это и позволяет нам... То есть поднимает следующий вопрос. Надо менять свои воззрения, свое отношение к прошлым, да, понятиям, к прошлым теориям, к прошлой истине и смотреть все это заново. Оно не решает проблему до конца. Но Нургери что-нибудь перевернет? Вот, оно перевернет отношения. Я сейчас объясню, в чем здесь вопрос. Значит, посмотрите палеолитический памятник. Памятнику повезло, источнику повезло тем, что оно, в общем, стоит между двумя лавами. То есть это сэндвич, как мы говорим, археологи. Это позволяет нам, во-первых, определить верхний хронологический и нижний хронологический предел памятника. И плюс в этом сэндвиче у нас есть вулканический пепел, который тоже сейчас очень есть метод датирования вулканического пепла, который нам позволяет очень четко и надежно датировать памятник. Да? Вторая особенность – это материал. Есть так называемая в палеолите левуазская техника. Это когда из намеренно заранее подготовленного нуклеуса, то есть камня, снимают скол, чтобы изготавливать орудие. Это шутку археологи называют это шахматом палеолита. То есть ты знаешь, через сколько ходов ты можешь получить заготовку желаемой формы. Это предугадание, то есть это стратегия. Это революция в мышлении человека. Если отложить, скажем, камень, то есть сделать абстракцию, это камень или кость, это не важно. То есть это новое мышление человека. И в
принципе, по нашим представлениям, эта техника должна была зародиться в Африке. Его связывали с появлением архаического Homo sapiens. И вот думали, что вот архаический Homo sapiens, вооружившись вот этой новой техникой, вышел из Африки и начал очередную экспансию Евразии. Да. Да. Теперь, Норгерри оказалось, что Норгерри древнее, чем, скажем, все те памятники, которые находятся на пути этой миграции, то есть это древнее, чем Левант. Те же памятники, которые находятся на юге Армении. То есть это не так, что это пришло из Леванта, с Африки, через Левант в Армению, во-первых. И во-вторых, она четко... Давайте заметим, потому что не все знают, да. Левант это страны современный Сирии, Израиль, Левант, да, это Израиль, Палестина. Сирия, Палестина. Да. Вот. То есть... И плюс к этому, что очень интересно, что думали, что эта техника зарождается, знаете, есть археологи, вот так смоделировали технологии изготовления камней, есть так, технология 1, это галечное орудие, то есть самая примитивная технология 2, это бифасы, и, то есть двусторонние обработанные орудия, технология 3, вот это уже леволазская так называемая техника. Теперь у нас... В слое появились и рубило, и вот эта техника, которая позволяет думать, что оно зародилось путем вот, развития вот этой техники изготовления бифасов. То есть они начали оформлять бифас, потом научились с таких же бифасов снимать сходы. И в общем, вот наличие этих двух техник вместе тоже показывает, что это зародилось здесь, а не привнесено из Леванта. Во-первых, дата. Древняя. Во-вторых, мы видим зарождение этой техники не приходящей с Африки, а на месте. То есть отсюда вывод, что это уже официально задокументировано. Да, 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 и это напечатанная статья в прошлом году в Science и так. То есть получается дебат, что, во-первых, нельзя все привнести из Африки, да, вот так говорить, что это все привнесено, во-первых. А и во-вторых, все это получено на месте и не может быть привнесено. То есть наши взгляды того, что все происходит из Африки, потом распространяется, это большой вопрос. Ну, конечно, одного памятника не хватит, чтобы это доказать. Ну, надо иметь множество источников, повтор. Но все-таки памятник как бы, это очень так похоже на то, что ты берешь кирку и начинаешь ломать лед. Маленький кусочек сперва, а потом второй, пока это все не даст трещин. То есть памятник позволяет заново смотреть, перефразировать наши представления, перезагружать наши представления о распространении человека и развитии человеческого общества, и технологий, и тому подобное. Это очень интересно. Сейчас в этом году продолжаются раскопки в Норгерри. Мы спустились на слой ниже. И что? У нас только ручные рубила. Нет леволазской техники. Останки? Нет, там только орудия, но что интересно, есть рубила, с которых иногда удалены сколы. То есть то, что мы думали, подтвердилось. Это какая эпоха получается? Это получается так, ну, нижний палеолит, есть ашельская культура. Так. Вот это конец этой ашельской культуры и переход к средний палеолит, так называемую мустерскую, да, культуру. И это, в общем-то, можно вот... сказать, что это орудие протоармян? Нет, конечно нет. Говорить, что это связано как-то с армянами, конечно, это дата нашего, это пепла, это 330 с чем-то тысяч. То есть памятник приблизительно, это по геологической шкале называется средний плейстоцен. Вот. Это как раз эпоха, когда вот Homo erectus, так называемый человек прямоходящий, начал развиваться в сторону архаического Homo sapiens. В общем, даже это большой вопрос, кто были носители этих культур. В общем, это дебаты продолжаются с новыми находками, меняются все новые. Знаете, что меня больше поразило в Армении, с кем я встречался из людей научного круга? В отличие от соседних ваших коллег, соседних стран, здесь, в Армении, если я что-то спрашиваю, вот найдено то, можно ли сказать, что это протоармяне или это продукт протоармян? Все говорят, нет, конечно. Но если такой же вопрос задать, допустим, в том же Азербайджане, то, ну, конечно, это же потому древний азербайджанец, задачи, да. Или тот же древний грузин Дманиси, да? Смотря с какой стороны посмотреть. Понимаете, вот
потому что люди понимают это все как статический процесс. Но армяне 3000 лет назад, не армяне, что сегодня, это динамика, понимаешь? Армяне 100 лет назад, это же не те армяне, что сегодня, это очень динамичный процесс, это как интеграл, на который все добавляется, меняется и тому подобное. Но при этом они остаются автохтонами. Да, региона. Да, конечно, да. Конечно. Но это все очень относительно, и для нас, в принципе, вопрос заключается в этом. Не важно, как, кто это создал, и важно, как ты к этому относишься. Ты хранишь это или нет. Скажем, вот вопрос Урарту, да? Да. Почему это... Дебаты это были армяне или не армяне, я считаю, они серьезными, потому что в Старом Свете покажите мне хоть одно государство, которое моноэтничное, или жили множество народов, но самое важное то, что армянское царство, да, возродилось на руинах Урарту и унаследовало все это, все технологии, образ мышления, культуру. И очень важно, насколько мы это бережем, насколько мы это считаем своими и сегодня его используем. Вот это самая настоящая наследственность. А не часто можно услышать, мы сохранили свои армянские гены. Ты не можешь объяснить человеку, что в генетике нету гена, который отвечает за национальность или язык. Но если употребляешь слово «наша генетика», смотря в какой смысл ты ставишь в эту генетику. Да, это язык, да, это мышление, это культура, это тоже генетика. Но культурная генетика, а не биологическая генетика. К сожалению, биологическая генетика и культурная генетика, они не совпадают. И это очень важно, как мы относимся вот к этой культуре. И там вот, скажем, наши находки варенье, да, это виноделие, да. Винодавина, ну, это вызвало очень большое. А сами большое. Вино нашли? Знаете, сейчас... Вот готовое вино, продукт. Или нет, только зерна? Нет, только зерна, только производственные эти. Но сейчас я хочу сделать еще такой очень интересный проект. Знаете, вот находка этих тартарических, тартарик эсид, это кислот на стенках сосуда. Это еще не признак того, что, чтобы доказать, что это вино. Это может это быть именно... виноградный сок, это может быть что-то связанное с виноградом, но не вино, потому что вино это уже культура. Это определенное мышление, опять-таки. А пиво? И пиво тоже. И пиво тоже. И посмотрите, что я хочу сейчас сделать такое маленькое исследование на уровне ДНК и посмотреть, если есть ферменты, сохраненные на сосудах, которые связаны с алкоголем и с вином. Вот можно с уверенностью сказать, что 100% археологическая фиксация вина очень сложный процесс. Это сопоставление и ботанических данных, и археологических, и этнографических. Множество таких задач, которые надо сопоставить. Если мы найдем генетику алкоголя, вот это, вот, скажем, закроет вопрос. Хотя там очень много интересного. А пока современная наука что говорит про родине вина? Ну, видимо, что это опять, знаете, общество развивается как космос. Где собирается критическая масса, она готова уже к взрыву. Сегодня я работаю над темой виноделия и книгу готовим, скоро она выйдет. И когда ставишь на карту, да, все древние, на карте вот так, где должен был одомашниваться виноград. Там, где вот растет дикий виноград. Это огромная, обширнейшая территория от Каспия до Испании, да. Теперь, чтобы сделать... Ну, не зря называют этот регион, куда входит Армянское Нагорье, страны плодородного полумесяца. Ну, это мы не входим. Как мы не входим, нет, Армянское Нагорье. Как раз Армянское Нагорье чуть севернее. Стороне, да? И по вот предыдущим, что я говорил, теориям, это все заразилось в плодородном полумесяце, а потом начало распространяться. Мы первый ареал, который контактировал с плодородным полумесяцем. Это не так. Это не так. Потому что для... Понимаете, это очень сложный процесс. Когда реально смотришь, одомашнивание винограда и виноделия не в прямой связи с друг с другом. И хотя смотря, что ты говоришь под одомашниванием винограда, это тоже очень долгий, сложный процесс. В принципе, это нуждается в очень детальном, да. Даже посмотрите, вот наши находки варены, да, и в Греции, вот Дикилиташ, есть такой памятник, или Филиппой, там тоже почти как варены. Видимо, есть какие-то признаки изготовления вина.
Скорее всего, это случилось в разных частях света. Одновременно? Где-то приблизительно одновременно. Как, а почему удивляться? Посмотрите и на современную историю. Да, отмена рабства в России. Да. Война Юга и Севера Америки. Да. Это кардинальные изменения в Китае. Это все произошло почти в одно и то же время. Понимаете? Общество доросло до этого. То есть появляется феноменально, как-то появляется нужда в этом процессе, и это идет цепной реакцией. Это все очень, я думаю, что да. И никогда нельзя говорить, вот мы, вот когда Грузия объявили, да, я очень уважаю грузинский народ, грузинскую культуру и грузинское вино, и их любовь, а то, что вы знаете, грузинский народ себя ассоциирует с вином, что вполне нормально, понимаете, но провозглашать про родину вина, к страну, границы которой определились в 21 веке, это смешно. Это смешно, потому что это очень большой регион. И, как я сказал, каждый регион имеет свой вклад в этот процесс. Угу. Если будем так смотреть, все на уровне вот, да, всецелого, то все понятно, никого не обижаем никто. Когда мы начинаем, мы, я, это только мы, это, понимаете, это уже... Ну, вообще, Армянское Нагорье довольно-таки такой сложный и интересный регион. Очень... Будь то это современная республика Армения, да, да, или это очень та территория, которая сейчас Турция. И, насколько я знаю, много чего любопытного находится именно на Армянском Нагорье. Карабах – это продолжение Армянского, да, Нагорья? Конечно, это еще конечно. Не Малый Кавказ? Нет, это Малый Кавказ. И но, продолжение но Армянское Нагорье, оно как Аджарская Хачапури. Есть внешний цепь гор, да, которая это не вулканическая, то есть это складчатые горы. Это вот как Малый Кавказ, Пантийские горы и Тавр, да? А внутри вулканическое Нагорье, как это самое такое горячее место, где Каджарская Хачапури. Да. Самое важное, что это стык вулканического и Нестватской энергии, осадочных этих биологических пород. Это самые богатые места, вот биомассы, где вулканизм и осадочные процессы гармонируют друг с другом. Вот знаете, уникально, часто я спрашиваю моих коллег, ну мы здесь работаем с многими археологами из разных стран, из Германии, я не знаю, в общем, которые не копают только в Армении, а работают и в Сирии, и в Египте. И... То есть часто мы задумываемся вместе над вопросом, а что уникального в Армении? Что есть в Армении, что нет, скажем, в Сирии? Или, знаете, это вот биоразнообразие и очень быстрое изменение ландшафта на очень маленькой территории. Каждые 30-40 минут, когда ты машиной проходишь нашу страну, ты видишь новый ландшафт, новый рельеф, новые ресурсы, в общем, новые, то есть вот это биоразнообразие, разнообразие ресурсов и богатство, да, скажем, камней для изготовления орудий, вот это все интересно здесь, вот это уникальность вот этого региона, понимаете, Армянского Нагорья, да, и вот сейчас я смотрю, да, виноград должен был одомашниваться где-то на Малом Кавказе, но было очень, почему, понимаете, есть технические сорта винограда, и есть виноград, чтобы есть. То бытовой. Есть, бытовой, да. Теперь самое интересное то, что в Малом Кавказе очень сыро. Ты не можешь получить сорта винограда, которые очень богаты сахаром, чтобы получить крепкое вино. Там сыро, просто сырость не позволит. Вот поэтому для легких вин, как, скажем, кахетия и так далее, вот Малый Кавказ очень удобен, а чтобы получить очень сладкие вина, надо вот это все переместить в вулканические места, где очень жарко. То есть это Армянское Нагорье. Да. А здесь вот это соотношение есть, понимаете. Там уйма вопросов, знаете, это очень... Во всяком случае, процесс очень сложный. Его понять сразу, это каждый раз меняется вот твое воззрение на вот эти процессы. И самое главное, вот эти источники, которые позволяют, изучая их каждый раз, вот это меняться, это очень сложный процесс, очень. Намного сложнее, чем мы смогли себе даже представить, сидя в кабинете, потому что любой археолог должен иметь какую-то определенную фантазию, да, представление. Но
Потом, когда вот ты переходишь из теории на практику, копаешь, и первоисточник начинает тебе рассказывать, что на самом деле творится, ты понимаешь, что это намного сложнее, чем ты мог себе представить, сидя перед книгой или делая, да, теоретические какие-то выводы. Вот это игра, понимаете, это игра красок. Игра очень часто вот у нас растут. Так что копать памятник — это как бы наша профессиональная, такое, профессиональная обязанность. Нет. Раскопки — это поэзия. Когда ты работаешь с памятником, ты думаешь вместе с памятником, ты спрашиваешь, памятник тебе отвечает. Ты спрашиваешь, памятник тебе отвечает. Это творческий процесс. А скажите, как понимается, что копать нужно именно здесь, а не дальше? Это тоже зависит от очень многих факторов. Я вообще шучу, когда меня спрашивают, как вы нашли этот памятник, зачем вы решили копать именно здесь, я это сравниваю с банковским делом. То есть у тебя есть первый год работы, у тебя есть маленькая сумма, тебе дали, это пилотный проект, да, и ты должен вложить эти деньги. Чтобы на следующий год ты получил деньги, ты должен дать результат. Теперь, у нас есть два варианта. Вариант номер один – это риск, рисковый проект. Как это сделать? Это надо идти в такие экологические ниши, в которых еще никто не работал, рисковать, попробовать, посмотреть, а что я здесь найду? Может, здесь что-то уникальное? Ну, конечно, я очень упрощенно объясняю, понятно. И второй вариант – это просто надежный очень вклад, это взять тот памятник, который коллега копал до тебя. Методы меняются, новые раскопки однозначно дадут с новыми технологиями лучшие результаты. Это уже, я, скажем, рисковый. Люблю этот рисковый путь. И вот в Армении, скажем, я просто решил, что там никто не работал. Это карстовая зона, в Армении никогда не раскопаны карстовые пещеры. Карстовые. Давайте-ка поедем, посмотрим, что мы там найдем. И вот, видите, очень интересный результат. Там еще есть более смешной вариант. Ну, Армении, это красивая пещера, они готовились там строить ресторан. То есть часть памятника уже безвозвратно уничтожена. Есть и другие пещеры, в которых они готовились строить ресторан. Куда бы я ни пошел в эти пещеры, где готовились или построили частично потом остальные рестораны, там уникальные. То есть это можем обобщить так наивно. Иди найди пещеру, где хотели в свое время или хотят построить ресторан, ты найдешь там уникальный. А много ли методика ресторанно-пещерной археологии? Много ли людей рискуют копать именно Ереван? Да, в принципе, в Ереване, знаете, вот в Ереване очень важный вопрос, в основном старого Еревана уже нет, он уничтожен. Вот недавно мы были в этих так называемых далмийских садах. По преданию, эти сады построены еще во время Урарта, при функционировании Кармик, Балури и так далее. Знаете, что мы нашли там? Более 40 виноделин. Следить их древних... Снова виноделин. Да, следить, да, это уникальное явление. Следы древних садов, которые до сих пор сохранились. Вы верующий человек? Нет. Я атеист. Я почему спрашиваю? Ной, Арарат, винодельни постоянно находятся, зерна. Может, это как-то связано? Знаете, легенды, конечно, я верю в то, что легенды, кстати, часто помогают. Да, конечно, конечно, да, да. То есть, понимаете, дело в этом, верующий я или нет, то, что написано в Библии, это правда. Правда в том случае, когда ты это все начинаешь смотреть, да, со стороны символического языка. Вот, скажем, легенда про Ноя. Да? Когда мы исследуем вот, послепотопные времена, то есть это можно сопоставить с периодом последнего глоциального максимума, как тогда же начали таять ледники, и вот вся вода хлынула в Арарат. Судя по Библии, это 6 тысяч лет, нет? Это где-то 10 тысяч. 10 тысяч. Да, да, до Рождества Христова это 10 тысяч. Но это и не важно. Да. И вот посмотрите, что интересно, что да, и даже этот спор, а где был библейский Арарат, это этот Арарат, Арарат там, тоже не к месту, потому что все народы, которые жили в межгорных каплавинах, должны были иметь своего Ноя. То есть был период, когда ледники начали таять, все каплавины начали заполняться водой, людям пришлось найти пристанище на высокогорьях, понимаете? То есть если очень серьезно так исследовать и анализировать легенду, ну и что мы видим в этой легенде? Во-первых, это память о древнейших катаклизмах.
что mm-hmm. научно подтверждается. Во-вторых, это человеческая память о, как бы они смогли себя сохранить на, как ковчег, да, mm-hmm. смогли сохранить на высокогорьях. И вот такой коротенький пример. У меня памятник, который я копаю, это могильник эпохи бронзы, оно на месте, где местность называется Агавнатун. И деревня тоже называется Агавнатун. Что это означает? Это означает этого, дом голубя. Голубя. По преданию, это то место, где голубь нашел землю для Ноя и там, тому подобное. Ну, в принципе, конечно, и если я не ошибаюсь, оливковая это веточка. Да, здесь оливковая. Дерево не растет, ну, может, растет. Нет, не растет. Я не думаю, не было, так, не было такого климата. За Курой они есть, но... оливковые деревья. Да, за Курой, да. Да. Но что интересно, вот когда это предгорье, откуда очень хорошо видна Араратская равнина или Плоскогорье, когда ты стоишь на этой равнине, ты чувствуешь, что люди, которые жили когда-то на высокогорьях, когда климат начал, да, меняться, они спустились одну нишу вниз. Другую нишу вниз, оттуда так хорошо видно, что уже урегулирование сток рек, болота уже ушли, то есть можно спуститься в оливковую равнину и начать там земледелие. Это совпадает. Если смотреть вот с этой точки зрения, да, или легенда Каина и Авеля, да. Можно же представить себе, да, на самом деле были конфликты между скотоводами и земледельцами, и так и должно было быть, потому что уклад, хозяйственный экономический уклад земледельца противоречит хозяйственному экономическому укладу земли, этого скотовода, в принципе. И вы знаете, вы в деревнях видели, если коза соседа хоть из твоего огорода съест, скажем, да, одну лишь капусту, это война. Это война не потому, что жалко этой капусты, это антагония, понимаете? Это антагония была, конечно, земледельцы воевали с скотоводами, эти трагедии случались, конечно, но так же и случилось в Средневековье. Наши историки пишут, что монголы превратили все наши сады и эти огороды в пастбище для своего скота. То есть в 13-14 веке не Каин убил Абеля, а Абель начал убивать Каина, понимаете? Mm-hmm. Это символичный язык. Если все это вот так воспринимать, да, Святая Библия хранит в себе все эти процессы, это человеческая память, а как должно быть? Мне кажется, да, любое писание, любые легенды, конечно, они сохраняют эту память. Что-то из былин тоже там есть. Да, конечно, конечно, здесь споров даже быть не может. Посмотрите, очень, понимаете, культурное мышление это совсем другое, чем фактическое мышление. Вот посмотрите, Мовсес Хоенаци, да, известный армянский историк, он приписал строительство вана, да, строительство вот водяных каналов и тому Шамирану, ассирийской царице, да, если по-крупному посмотреть, с культурологической точки зрения, он прав. Потому что это ассирийская, уральская, да, древневосточная эта культура, она имеет единое мышление, единый язык. Да. Приписав это Шамираму, он понимает, не зная об этом государстве, о Аванском царстве вообще, он приписывает это к древневосточному, да, военному такому рабовладельческому миру. А это так и есть. Это культурный стиль этого времени, культурное мышление. С этой точки зрения он прав. Если спуститься, конечно, на фактологический уровень, то это неправильно, надо объяснить, почему он так. Потом в целом, если это обобщить, формализировать, формально он прав. Понимаете? Те же легенды, они формально правы. Это другой уровень языка, это другой уровень общения, понимаете? Тогда не было фактологической науки. Спускаешься на этот уровень, это все получается что-то странное. Поднимаешься на уровень, вот задача археолога искать этот путь. Как от фактологического подниматься на более такой, более высокий уровень, когда все становится. А есть такой термин, как политическая археология? Конечно, есть. Конечно. Сейчас... Тигранокерт это не политическая археология? Конечно, конечно. Но Тигранокерт в целом, я думаю, что это не столько политическая археология, а правильно археологическая политика. Понимаете?
Потому останки там были найдены? Да, да, конечно. Есть. А как подтвердить, что это останки именно армян? Ведь на останках не написано национальность. Нет, 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 это невозможно, конечно. Да это, я говорю, очень неважно, потому что все-таки, понимаете, задача раскопки Тигранакерта не имеет задачи показывать там соседям, что здесь жили армяне. То, что... Раскопки Тигранакерта. И, кстати, еще вопрос, это Тигранакерт или да. Нет, это предполагаемый Тигранакерт. Вот если вы прочтете российские археологические издания 19 века, написано «Раскопки местности предполагаемого Армавира». Угу. Пока не найдется инскрипция, на которой будет написано «Я такой-то здесь построил этот город». Как аргиштийский. Да, да, конечно, конечно, это очень важно. Так, это предполагаемый Тигран. Почему? Потому что мы знаем, что Тигран там, вот в этой стороне построил очень большой город. А из каких источников мы об этом знаем? Из античных источников, из армянских источников. То есть они имеются? Про четыре Тигранакерта, да, mm-hmm. они имеются. Так, на этой стороне археологические останки, которые по своему калибру, масштабу могли бы соответствовать, да, работ делам Тиграна, mm-hmm. это только вот эта часть. Mm-hmm. И раскопки как-то это подтверждают по своему стилю, да, огромным стенам. Из да, того, что это найдено, совпадает. Что да, это огромные оборонительные стены, построенные по классически античным этим mm-hmm. законам этого времени. Да, скорее всего, это должен быть Тигранакерт. Но это станет Тигранакертом тогда, когда будет найдена инскрипция. Это запись. Закроет да, вопрос. Но, я опять говорю, но. Вопрос не только в этом. Наша цель не показывать нашим соседям, что вот мы здесь древнее, это я говорю, это некорректный спор. Угу. Вопрос лишь в том, что показать, что да, люди Карабаха это люди, для них ценна их история, они это все понимают, они это все ценят, они это все изучают, то есть это полноценные живущие люди, которые не только воюют или, скажем, там, Да, это нормально живущий организм, имеющие это общество, которое имеет свою цивилизацию, которое ценит свое прошлое и это изучает. Это очень Скажите, важно. Очень популярные монеты с изображением Тиграна Великого, они разве были найдены не на территории Карабаха, в том же Тигранакерте? Были найдены. Да. А это не может быть артефактом того, Нет, что это все-таки эти монеты циркулировали, все очень... В большом обширных районах это не показатель. То есть это тоже да, не показатель, как язык инскрипции, еще не показатель, кто жил на этих территориях, потому что, вы знаете, тогда был свой английский или свой русский, mm-hmm. международный язык, это был арамейский, греческий, наши цари писали свои инскрипции на арамейском, на греческом. Почему? Потому что это был всемирно доступный язык. То есть mm-hmm. ты должен был это знать. Вот, скажем, посмотрите, армянские аршакиды или багратиды, они монет не чеканили. Нужды не было, потому что, понимаете, они вполне довольствовались арабскими, сирийскими, персидскими, я не знаю, монетами, потому что деньги, за этим стоит очень много. Ну, тогда ценился именно металл, да, а да, не там, да, где произведен этот металл. Да, да. Так что, хочу сказать, это все очень саморегулирующая система, это все так регулируется, и это все... Тем не менее, Тигран Великий при нем печатали да, монеты. Да, конечно, конечно, потому что в этом была нужда, в этом угу. был свой спрос. А после нет, потому что вот аршакиды, багратиды, которые, да, армянские, угу. вот имели такой огромный уровень, они посчитали не иметь своих монет. Что нужды в этом, они понимали, что нужды в этом не было. Так что... Это все, знаете, очень так сложно. Да, кто говорит, что турок здесь не было, а кто говорит, что в 15 веке они пришли и завоевали так легко виза? Нет, они приходили сюда и до нашей эры, и в ранних веках нашей эры в виде хазаров, гуннов, да, это все оседалось, это все смешивалось, это все получалось вот по разным этим, это столько красок, понимаете, такой сложный процесс, что... В общем-то, да, это все было, конечно, и никто этого не отрицает. Но говорить, что, скажем, в 4-м тысячелетии до нашей эры был древний Азербайджан, это уже, конечно, это смешно, понимаете. Тогда можно сказать, Армения
меловом периоде, скажем, почему бы и нет. Если те в 4 веке, да? Глобус Армении, скажем, и тому подобное, понимаете, это вопрос этики, подхода ученого. У нас задачи нет, просто, знаете, у нас такой задачи доказать, что мы, да, имеем местные очень древние корни у армянского народа, этих задач просто нет, они важны. Если те этого хотят доказать, почему у армян нет такой задачи? Потому что это давно доказано, понимаете, вот я... Когда наши соседи говорят, давайте сядем, исследуем вопрос геноцида армян, я говорю, это позор, потому что исследовать там нечего, это факты все, что исследовать. Исследовать, что солнце есть или нет, туда задавать такое, а есть ли солнце? Понимаете, вот в этом, у нас нету такой, да, когда вот нас ставят перед фактами, чтобы дать отпор, вот это все мы снимаем, показываем, но задачи как таковой у нас нету и не должно быть, потому что это, я понял, да. А когда вот мы переходим эту границу, да, и начинаем, вот скажем, писать Армения в 16-18 веках, в 16-18 веках Армении как таковой не было, надо писать территория бывшей Армении, или территория, где проживал армянский народ, потому что была Османская империя и Сифитский Иран. Армении, да, как таковой не было. Сразу попадаешь под критику. Сразу. Я вам могу сейчас даже вдогонку сказать. Вот этот кусок, который вы сказали, что в 16-18 веках Армении не было, этот кусок может пользоваться спросом, да, в интернете. Да, поэтому давайте скажем, что до этого она была. Да, до этого она была. Потом ее временно не стало, потом она снова начала. Весь вопрос в том, что насколько ты спекулируешь все. Они играют вот на всех этих определениях. Очень важно понимать, когда ты используешь этот или тот термин, что ты имеешь в виду, что ты обозначаешь под ним. Это очень важный вопрос. И вот, к сожалению, да, вы правильно сказали, это политическая археология, это политическая история. А в целом должно быть наоборот, правильная археологическая политика, правильная историческая политика, вообще правильная научная политика, потому что наука это очень важная вещь. Я очень сожалею, что у нас, скажем, с русскими коллегами, с российскими коллегами оборвались контакты. Мы в основном работаем с нашими западными коллегами. И это неправильно. Россия, она должна быть здесь всегда, и она должна работать с нами всегда, потому что это баланс. Все-таки мы должны, понимаете, удержать этот мировой баланс. Чуть туда или сюда это все разрушается, нарушается. А в российской науке сделано немало великолепных. У меня вот вам еще такой последний вопрос. Да. Вопрос касаемо соседей. У них в последнее время такая археология своеобразная, политическая, наверное, в квадрате, не просто политическая. И есть такая версия, что скандинавы это потомки... Есть, я помню. Откуда эта версия взялась? Хейрдал. Да. Я очень... Понимаете, когда это все напечатали, Хейрдал очень как бы упал в моих глазах, потому что я его считал очень серьезным ученым и исследователем, но потом оказалось, что он дал интервью, что он такого не говорил, что это было использовано опять-таки очень вот так, кусочек взято, и то... Вы знаете, но это не всегда так. Среди наших коллег в соседних странах есть хорошие ученые, тоже очень серьезные ребята, с которыми у нас... Вы знаете, мне посчастливилось некоторое время, немного, всего лишь неделю принимать участие в работе Тура Хейрдала, в его компании, через 2 года он скончался, вот посчастливилось так. И вот такой вопрос между мной и Туром Хейрдалом поднимался о скандинавах и древних азербайджанцев. Естественно, он тоже опроверг то, что в Азербайджане говорят, да. Но дополнил он свою мысль, он не про азербайджанцев говорил, а про миграцию ариев через эту территорию на север. То есть получается, что его теория миграции ариев с юга Ирана в Скандинавию, в Азербайджане как бы присвоили себе и поняли, что азербайджанцы это отцы скандинавов. Да, это есть. Мне, правда, сложно это доказать, вот у меня есть небольшие записи на компакт-дисках, потому что тогда были диктофоны, еще записывались. Я как-нибудь это
оцифрую и дам азербайджанцам послушать, где Турхи Ирдал отвечает на мой вопрос и говорит то, что я сейчас сказал. Все, спасибо, у меня вопросы исчерпаны, было очень интересно. Спасибо. Спасибо вам. Спасибо. Это был Борис Гаспарян. До следующих встреч. До свидания.